нас в руках. Мы звезды континента, разбили пух и прах проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет! Bonjour! Hello! А ну скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему. Да, ребята, давно здесь не был. Это вам здорово, когда вам уже вручили кулечек. Весенний букет, да? Привет, друзья, это новый выпуск на канале «Любимая тачка». И мы продолжаем снимать Алмалык. Центральную улицу Амира Тимура, 24-й дом. Пойдемте посмотрим. Едва раскроем рот, как все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе. Мы к вам заехали на час. Привет! Bonjour! Hello! А ну скорее любите нас! И Фоминина. Чем родить друзьям по белу свету, тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. 24-й, точно. Один песок, да? Да. Зато травка есть здесь. Где не надо, да? Да, пока грязь. Но на
начало положено. Уже хорошо, уже радует. Ох, и дырка. Как дверь кино. Снесли, наверное. Ай, вход свободный, смотри. Дверь снесли. Заводи. Перекресток, радуга, ребята. Сегодня семечек нет. Кончились? Да. Кухня отдельно от зала. Что хорошо, чтобы запаха не было. Свежо, прохладно. Старинки у нас делают обувь. Вот в таких вот будках. До сих пор стоит здесь. Правда, уже со стеклопакета. Да. Эта дорога у нас на бывшую горбольницу. Пришли мы на Фурката 6Б. Смотрите, начнем. Ну, правда, обзор не очень. Такая цивильная, представляете, но здесь даже живут те, которые не имеют работы. Вот так вот это сейчас выглядит. Но зато на мусорке чисто, ребята. За это им платят.
6Б. Твой трансформатор. Значит, с напряжением проблем нет. Смотри, после дождей травы по колено. Вот бы ее на то поле, да, где не хватает. В футбол поиграть. Также по старинке стоят гаражи капитальные. Есть немножко. Помнишь деревья с висюльками? Помню, помню. Такое чудо. Смотри. Давно не видела. Классно. Необычные такие. Мы обычно такие мелочи не замечаем. Тут сегодня тихо во дворе, никого нет. Все цветет. Очень тихо. Видимо, погода хмурая. Все дома сидят. Смотри, новую клинику построили. А дальше что у нас? Морг. И горбольница, которую перенесли на Айдын. А как сейчас у нас Айдын считается центром города. Ну и морг, соответственно, тоже там. Остался только роддом на месте. Никому не надо. У нас в роддом ходит так же, как в аптеку. Очень часто. Густонаселенное место. Ну да. Есть такой факт, есть. Смотри, ворота все разбомбили. Опа. Вот во что превратился главный вход в горбольницу. И вот он мог. Ну, туда точно никому не надо. Да, точно. Ворота ключи. Доступ для всех. Thank you.
Да, ребята, давно здесь не был. Здесь передают продукты, лекарства. Как воспоминания. Да здорово. Еще пару раз. Здорово. Еще пару раз погостить. У нас у женщин не очень хорошие воспоминания. Это вам здорово, когда вам уже вручили кулечек. Счастье вот такого. Не говорит. Красота. Да ничего. В принципе, все так же. Летний вариант ожидания. Можно поспать, подождать. Да, сутки так, другие. Кому срочно? Не надо. Летом фонтаны включат. Да, свежий воздух. То вдруг плохо будет мужу, ожидавшему жену. А так освежиться. На сегодня нарядов не прислал. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод. А на ликероводочный нет? Почем бензин? Полный бак, да? А это на закуску после заправки. Да. Классно придумали. Что? Ну, если ты перебрал. Рядом Тарихана. Перевожу. Аптека. И что интересно, для экономии сделано. Строить не надо, сразу в квартире. Ага. Выпил, заправился. И... Как? Ну, мало ли, не рассчитал. Полный бак. Оздоровительный центр. Да. При себе имеется. Ребята, у нас такие названия интересные всегда. Обратите внимание, написано. Фото-бар. Да. И продаем муку. Нормально. Вот это машина. Все, у них машина. Здесь есть 7. Ребята, кто помнит? Яблочко на палочке. Я помню твои руки, я помню твое тело. Йоу, чё? Пушку яблочко, можно я возьму? Возьми. Пока, разрешаем. Как раньше, смотри, орешки, ва, пивными кружками. Потяжелее бери, побольше. Да.
простыла еще, что ли? Что, недавно сделали, да? В холодильнике подержать? Или не надо? А пакетик есть у вас? Да, дорогая. Весенний букет, да? Спасибо. Длинная у нас прогулка получается. Хорошо. Правда, уже темнеет, а мы все ходим. Смотри, немного так идет. Перебрала? Молодец. Ребята, для безопасности в некоторых местах установлены на улице видеокамеры. Махаля позаботилась. Кошки бегают, ничего себе. Огороды тоже убрали, смотри, загородки. Да, я заметил.
Это точно давно было. Да. А это кто прогрыз? Мыши. Искусственная трава. Да, смотри, на камере она совсем другая. Я скажу так. Ой, хорошо так настались. Так, а вот это школа. Да, пойдем отсюда в школу. Может быть. Пойдем. Так, вот она, серенькая. 21-я школа. Кажется, дождь собирается. Точно. Вот они, тучки. Пойдем, уже темно. Сколько 3 дня дождя не было, и опять пошли. Куда пошли?